Вона не знає, що я можу сексі цього. Так, ну, в принципі, як це виконати? Екран всім видно? Да. Еще активно? Ага. Да. О, супер. Тогда поехали. Собственно, тема сегодня будет полимер JS, веб-компоненты, как общий обзор этой технологии. Вот, собственно говоря, сразу боль. Я решил сделать эту презентацию немножечко веселенькой, насколько это было возможно. Не провел определенную аналогию с вот этим фильмом. Объясню, почему я это сделал. Потому что по своей сути полимер JS и веб-компоненты представляют собой HTML-спецификацию с определенными внесенными техническими изменениями, которая была еще сделана в 90-м году, но переосмыслена сейчас. По большому счету мы возвращаемся к истокам, но теперь смотрим на них под новым углом. Прежде чем говорить о самой библиотеке полимера, я для начала объясню, что такое веб-компоненты сами по себе, то есть как они работают, зачем они нужны. Вот, так скажем, заложу фундамент для дальнейшего общения. Вот. Как я познакомился с темой веб-компонент? Пришел наш архитектор и сказал, там есть веб-компоненты, классная штука, они сейчас все говорят, и первая мысль была, что это такое? И, в принципе, сами по себе компоненты для меня выглядели вот как-то так. То есть это нечто, выглядывающее из-под какого-то непонятного такого покрывала. Вот. С одной стороны интересно, с другой стороны страшно непонятно. В связи с этим я решил идти в темноту и разбираться с тем, что это такое. И, как оказалось, это очень интересная штука, которая выглядит примерно вот так. В данном случае это веб-компоненты. Сама спецификация технологии как таковая. Что она в себе несет? Кастомные элементы — это элементы, которые мы можем создавать сами. То есть не те, которые указаны в спецификации, всем известны, девочки, спаны и так далее, таблицы. Это то, что мы можем написать от себя и полностью так, как хотим. HTML-импорт — это новый способ загрузки зависимостей на страницу путем указания ссылки на ресурс, и она подтягивается как HTML-документ. Также Rich Templates — это, скажем так, не совсем отдельная спецификация позиция, но я ее выделил, потому что это новый взгляд на верстку, насыщение темплейтов, скажем так, информацией и общение с модельными сущностями, которые несут информацию, ну, собственно, сами данные в отображении. И Shadow DOM — фишка этой технологии, которая позволяет инкапсулировать внутри себя Shadow дерево, то есть внутри того элемента, который мы создали, что несет в себе, скажем так, избежание конфликтов в наименовании, ну и плюс там много еще дополнительных вещей позитивных. Вот. Кстати, если есть какие-то вопросы, задавайте по ходу. Вот, собственно, на этой картинке я хотел бы объяснить немножко, что произойдет, если объединить веб-компоненты и полимер. И, собственно, почему я поставил полимер отдельно от веб-компонента. Как по вашему мнению, что будет являться итогом такого слияния? Есть? Tesla Motor. Поезд, который летает. Кстати, очень близко насчет Tesla Motor. Будет получаться вот такая вот штука. Собственно, это, скажем так, очень классная инструментовина, которая может летать, перемещаться во времени, имеет атомный реактор внутри себя и работает на мусоре. То есть со всех сторон одни плюсы, никаких минусов. Когда я уже поближе подошел к осознанию того, что на самом деле это очень классно и мощно, стало работать повеселее. Немножко рутины о самом полимере. Инсталляция. Инсталляция происходит вот так. Это данные с официального сайта. Собственно, берем
скачиваем полимер HTML с официального сайта, кидаем в своем index.html, например, или как вы его назвали, ссылку на этот ресурс, и все, то есть у нас веб-компоненты уже работают. Собственно, можно скачать zip-овый файл, или бы установить Bowler, как угодно. Можно использовать YAML-генератор, что, в принципе, очень удобно. YAML-генератор создает, как вы видите на картиночках, файловую структуру. Слева картинка верхнего уровня, справа картинка среднего уровня, то есть то, что находится в папке APUB. Уже есть все необходимые папочки, куда можно раскладывать ресурсы и не заморачиваться. Как видите, внизу есть такая приписочка lib-size 12 мегабайт. Скажете вы, нифига себе, оно здоровое. Вот, поэтому я решил немножко уточнить этот момент. Оригинальная структура. Вот так она выглядит. Это то, что идет в пакете с полимером, скажем так, в нетто-весе. Как вы видите, сама библиотечка очень маленькая, весит там 500 килобайт всего-навсего. Это сама суть полимера и его основные функции. А вот то, что добавляет 10 метров к этому всему делу, это уже предустановленные, созданные изначально разработчиками полимера элементы, которые могут упрощать процесс девелопмента. То есть всякие всевозможные кнопочки, менюшки, вспомогательные разные там слайдеры, фишки, анимации, вот это все. Вот, то есть от него можно отказаться писать самому, можно использовать уже созданное. Тут уже как бы решает девелопер. Как создается кастомный элемент с помощью полимера? Ну вот, собственно, вот так вот. Кидается ссылка на ресурс полимер HTML, то есть подключается сама библиотека, и декларируется полимер элемент. Ну вот, собственно, показан код. Вот это вот уже какой-никакой, но базовый кастомный элемент, который будет называться myElement. И в любой странице, которую вы укажете у себя, например, в том же index.html, пишите в теге myElement, открываете и закрываете его, и все, у вас появляется hello code. Ну, как видите, не нужно быть Эйнштейном, справа он такой симпатичный, вот, для того, чтобы начинать уже работать с полимером. Что у нас есть из коробки? Это те самые подготовленные заранее вещи. Paper Design, целая куча всяких, как я уже говорил, кнопочек, менюшечек, слайдеров и так далее, выполненные в стиле Paper, вот, то есть уже с нарисованными стилями, которые просто бери и работай. Есть эти же версии, вот точечка ниже, Lots of Control и Layout Structural Elements. То есть это то, что не несет в себе предзаготовленных определенных стилей каких-то там в Paper Design, Material или еще в чем-то. То есть это сухая сущность логика с какой-то базовой версткой, на которую мы уже сами можем накатывать свои стили. Core Ajax — это обертка в стиле полимера над, собственно, Ajax-овыми запросами. Core Pages — это элемент, который позволяет создавать Single Page Application, то есть, по большому счету, это логика переключения страничек между собой. Ну, вот. Core Animation — прекрасная штучка, тоже обертка над JavaScript-овой анимации всевозможные и CSS, помогает делать анимацию в стиле HTML-ных слайдов. То есть мы буквально HTML-разметкой рисуем слайды, а потом это все генерится в красивую анимацию. Так, ну drag and drop понятно, local storage понятно. Media query — это тег, скажем так, сахар для работы с медийными запросами CSS-ными. Core Scaffold. Вот это интересная штука, которую предоставляет полимер. Она позволяет делать уже scaffold определенного простого single page application. То есть мы берем этот элемент, вставляем страницу, и он автоматически создает нам header, слева toolbar и основное поле, в котором будет размещаться все наши данные. То есть как бы максимально облегчает работу по созданию. Core ShareDlib — это оптимизатор для использования библиотек, которые уже были использованы, например, в каких-то других элементах на этой странице. Для того, чтобы не повторять постоянно подгрузку этих элементов, данный тег отслеживает их и решает, что загружать и что использовать уже из ранее загруженного. И Core Signals — это аналог, кто знает, Backbone или каких-то других там фреймворков. Есть PubSub, его еще называют медиатор, то есть, по сути, объект, который хранит себе подписки на определенное событие других объектов. Вот. Как по мне, довольно круто. Такой себе рок-н-ролльчик уже из коробки. Так, но самое ценное в полимере — это не какие-то технические штуки, это то самое видение. Видение компонентности. Как здесь указано в кавычках, everything is an element. То есть, по сути, все, что бы вы ни делали, будь это кнопочка, страница, например, или там какой-то элемент выпадалки, или это календарь, или это какие-то часы на страничке, это все
можно облечь в целостный, скажем так, полностью инкапсулированный, независимый от внешних факторов элемент. Сама спецификация, документация по полимеру говорит, что есть такой девелопер, это мастерок, есть такая библиотека полимер, которая, по сути, является сахаром над кастомными элементами с HTML и смесью с JavaScript. И когда умелый девелопер берет умело так полимер, строит из него вот такое вот красивое, крепкое, классное приложение. Создается впечатление после прочтения документации. Когда вы начинаете первые шаги в полимере, они довольно простые и красочные, то у вас появляется вот такое вот ощущение. Собственно, есть мы такие вот веселые слева, есть кубики, это те самые элементы, которые мы пишем сами, и в итоге получаем вот такое вот здоровенное, красивое, многофункциональное приложение. Так, и я немножко хочу провести демонстрацию того, что можно быстренько накидать с использованием этих вещей. Вот. Вот это приложение я накропал по-быстренькому для того, чтобы просто испытать саму технологию. Суть этого приложения банально проста, особенно те, кто смотрел фильм «Трасса 60». Мы здесь пишем вопрос, и он нам генерирует ответ. Например, вот так вот. Нажимаем «Ask». И он говорит, полимер — это круто. Вот. Ну, собственно, можно нас спрашивать еще что угодно, и он будет вам отвечать. Я думаю, интереснее всего заглянуть под капот ему. Так. Собственно говоря, вот так вот выглядит наша HTML-страница, которая была отрендерена. В ней есть кастомный элемент, как вы видите, application element, у которого нет спецификации. Внутри себя он содержит shadow дерево. То, которое не видно снаружи этого документа. И вот в этом shadow дереве уже находится вся наша начинка. Опять же таки мой custom element question list, который хранит в себе ответы шарика. И, собственно, сам шарик, который показывает ответ. Также есть кнопочки, поля, анимация. Вот. Так можно идти по дереву очень долго. Например, зайти в элемент шарика и посмотреть его стили, которые инкапсулированы. Мы их видим. И также, собственно, саму структуру. Если взглянуть в сорцы, посмотреть, а как же выглядит JavaScript, то выглядит он вот так вот. Идет объявление темплейта, это точка загрузки приложения, application element. И идет немножко JavaScript, который выполняет всю работу. Как по мне, очень лаконично, понятно, органично. Вот. То есть можно так, перемещаясь просто по обычным документам из одной HTML в другую, уже понимать, как работает в целом этот кусок кода. Вот. Если хотите, я еще могу показать это вот в таком виде. Чуть подробнее по поводу этого всего. Значит, как вы видите сверху, я, наверное, сделаю чуть погромче, чтобы было видно и на проекторе. Сверху происходит объявление всех необходимых зависимостей. Подключается изначально та самая наша библиотека Polymer HTML и дальше все необходимые мне ресурсы, которые я потом использую. Включая также свои кастомные. Вот. Здесь я объявляю конструктор элемента application element. Как мы видим, вот я задаю его название, которое позже будет использоваться в документе. И определенные параметры, которые будут отражать его поведение на странице. Ну, вот это все описано в документации дальше. Также я кидаю линк на стили, которые будут его корректировать. И хочу оговориться, что эти стили тоже можно писать вот здесь в темплейте, в теге style, как это описано в спецификации, ну, либо можно выносить, как я это сделал, внешний файл. Вот. Причем сами создатели полимера советуют писать все внутри в одном файле CSS, HTML и JavaScript, не выносить это в отдельное. На то есть свои причины, но об этом будет дальше. Также та самая анимация, о которой я говорил, то есть есть большой один тег анимации, который в себе инкапсулирует вот эти вот кейфреймы, то есть слайды по-нашему. И, ну, состояния, которые будут трансформироваться. Вот. Дальше, как мы видим, есть большой объект обертка полимер. Он отвечает за то, что тот
кастомный элемент, который вы создали, будет отрендерен на странице. Пока этот объект не вызван, ваш HTML элемент кастомный будет существовать, но не будет отрендерен на страницу. То есть его видно не будет. Как только вы JavaScript, например, прямо динамически объявляете там полимер про дата и название, то сразу этот элемент подтянется. Вот. Небольшие там, хитрые сложные методы вычисления ответа шарика по простейшему принципу MultRound, MultRandom и два, собственно, ответа в массиве. Так, ну и, наверное, пожалуй, покажу, как выглядят сами эти элементы шарика. Вообще безумно просто, то есть маленький себе темплейтик, в котором есть девочок, девочки. Ну, условно говоря, элементарная верстка блочная с применением CSS, ничего сложного. Единственное, что хотел бы отметить, полимер поддерживает такую штуку, как передачу через мустаж определенных объектов или даже массива объектов. Собственно, не важно, что передаешь, в любую сложности. Нужно объявить атрибут, который будет принят, либо извне будет принимать значение, либо будет наружу давать значение. То есть это, скажем так, такое окно для стриминга и input и output. Вот. И дальше по ссылке отсюда приходит значение answer. То есть, когда мы нажимаем кнопочку «Спросить шарик», ответ приходит снаружи из parent элемента сюда передается, собственно, yes или no. И напрямую, без всякого JavaScript, ну, нами писанного, отображается вот здесь сразу в тексте. Вот. По такому же принципу действует и список, который хранит в себе ответ. Но здесь немножко интереснее в том плане, что он на вход принимает параметр log, который является массивом. Вот, вот здесь вот полимер умеет брать массив и перебирать его итеративно. И сюда он передает уже объект item, который находится внутри массива log. Собственно, запись. А из записи мы уже, она тоже имеет степень вложенности, например, ответ или вопрос. Она выписывает в одну графу ответ, в другую вопрос. Вот. Собственно говоря, вот это и вся начинка вот такого занятного приложения. Как вот это. Есть какие-то вопросы? Может, чем-то спросим, Шарик? Атрибут, кстати, больше одного параметра можно передавать? Да, можно в атрибут через пробел прописывать сколько угодно параметров. Ну вот, единственное, что хоть... А, ну ладно, это будет в следующей презентации, пока не буду забегать наперед. Есть вопросы какие-то? Вопрос по браузерам. Какие ограничения? Chrome, еще что-то или только Chrome? Смотри, я писал здесь на нативном, ну, условно говоря, на нативной имплементации веб-компонентов, поэтому я использовал Chrome, потому что он полностью их поддерживает. С точки зрения других браузеров, они нативно не поддерживают саму спецификацию. Поэтому существует файлик, который там был в презентации вначале указан, как webcomponents.js. Это библиотека с полифилами. А с помощью обычного JavaScript, ECMI 5, она реализует вот тот функционал, которого не хватает браузера. То есть в Chrome просто зашел и работаешь, в других браузерах нужно подключать такой себе оптимизатор, библиотеку, которая замещает это. Окей. Okay. А можешь показать еще нетворк, как выглядит, когда ты загружаешь аппликуху? Ну там, в консоли. Как, что он тянет, что он подключает? Как видишь, он загрузил набор тех вещей, которые я указывал сам, ну, в точке входа, например, в тех файликах, которые я писал в кастомных элементах, плюс те, которые я использовал, например, paper, там, кнопки какие-нибудь или core элементы, которые полимера уже созданы есть. У них тоже прописаны зависимости, и он тоже может их из своей базы подтягивать. Ну, то есть он вот здесь вот затащил все, что было нужно. Ясно, спасибо. Вот. Причем он два раза не затягивает одно и то же. То есть если у него уже был там WebAnimation с HTML, то второй раз он его уже грузить не будет. Ну, он узнает, что у него уже есть и будет использовать его. Вот. А, просто в чем прикол, HTML затягивается довольно быстро, какими, ну, какого, условно говоря, размера они не были. Поэтому, ну, то есть он работает довольно шустро. И, скажем так, разработчики сейчас еще обещают его еще проимпровать процентов на 20 даже в нативном использовании. То есть он вообще обещают быть космос. А там нет какого-то минификатора? Ну, компилятора в один какой-то ресурс? Базового этого нет.
это уже нужно там сторонне использовать, это приплетать. Ну, то есть в самой библиотеке такой штуки нет. Окей, спасибо. Так, идем дальше. Собственно, ну, как бы основную часть такую вводную я рассказал, хочу в завершение отметить следующие вещи. Есть вот такая вот целая куча позитивных сторон, как вы видите. Классных чуваков, вот, они все отвечают вот этим штукам. Это, ну, как бы я взял с официального сайта, но во многом к этим же параметрам я пришел в ходе использования практическим путем. Функциональный, reusable, encapsulated, ну, собственно, сами все это можете прочитать. Это все действительно так. То есть вы создаете элемент, который можно впихать энное количество раз на любые HTML-страницы, куда угодно, так как он несет в себе сам все свои зависимости, весь CSS он несет в себе, JavaScript он тоже несет в себе, то есть он полностью как экосистема изолирован, то ему все равно, где работать, в каком окружении. Вот. Programmable, composable, то есть его очень легко расширить, можно расширять путем добавления просто как в HTML внутрь какого-то parent элемента дочерние элементы. Можно пересобирать, то есть если вы написали кастомный элемент, шарик, например, а я хочу в этот шарик добавить еще, ну, там, не знаю, дополнительный кружочек. Я возьму и просто пересоберу конструктор. Вот, то есть я там не буду извиваться стилями какими-то, я просто в HTML его темплейт допишу еще один кружочек. Вот. Либо можно экстендиться стандартным JavaScript-овым путем, когда от объекта берется extend, ну, записываются на там все поля, которые вы добавляете, ну, то есть таким чисто, скажем так, техническим путем. Вот. Но, как всегда, должны быть обратные моменты. Обратные моменты я писал еще до того, как я глубже потом познакомился с этой технологией. Например, я указывал, что не очень хорошо применять для мегаапов, для большущих приложений single page не совсем подходит в каком плане. Я попытался сделать все в стиле полимера, то есть взял огромную обертку, которая, по сути, являлась тоже компонентом, назвал ее приложение. Внутрь этой обертки я стал запихивать модули целые, да, там целую страницу, у которой есть куча полей, куча текста, куча там всяких контролов, которые отвечают за поведение на этой странице. И таких страниц у меня было там с десяток. Это очень большое количество. Так как полимер, он, каждый полимеровский элемент инкапсулирует в себе, вот то, что говорил, он JavaScript и все остальное, в нем не работают такие штуки, как jQuery и так далее. То есть не работает там поиск от, условно говоря, body элемента до самого последнего маленького элемента внутри, ну, документа. То есть в shadow зону оно не проникает. Поэтому очень большие у меня там сложности возникли и костыли с отловом событий каких-то, когда из одного модуля нужно посылать другое и так далее. Ну, собственно, к этому же относятся архитектурные нюансы построения SPA, да, то есть то, что я сейчас рассказал. На самом деле, все вот эти вот, скажем так, негативные стороны, это проблема не полимера, а проблема того, что я не до конца допер вообще, как его использовать. И они все возникают только по той причине, что мы пытаемся использовать полимер, скажем так, не в тех целях, для которых он был предназначен. Как правильно его применять, это тоже расскажу в последующей презентации, которая будет на следующем веб-комьюнити. А пока хочу сказать, что на все вот эти disadvantages, которые я здесь выписал, можно сделать вот так вот. И смотреть только на advantages, потому что они реально намного круче и заслоняют собой любую негативную сторону. В принципе, на этом у меня как бы все. Это основные контрибуторы этой библиотеки, как вы видите. Во главе Adiasmani, который создал уже чем только не создал для JavaScript-ового мира. Вот. Ну, естественно, следующая презентация будет продолжение, как и в этом фильме, полимер и бэкон. У меня все, ваши вопросы. А ты не смотрел, как она, как поддержка мобильными браузерами? По поводу мобильности и адаптированности под мобильный. То есть здесь есть responsive design, уже заложены изначально вот те даже заготовленные paper-элементы. Есть определенные даже теги, которые создают тебе toolbar слева. И, например, там, при уменьшении размера экрана с помощью медиа-кверей и анимации, то есть он отслеживает, что экранчик стал маленький, и он этот toolbar слайдит в сторону. Ну, то есть убирает его там красивой анимашкой. Если тебе нужно, ты тач-слайдом можешь вернуть его обратно. Это уже из коробки. То есть, в принципе, полимер заточен под responsive design и кроссплатформенность, независимо от типа устройства, на котором он есть.
Но есть один момент, что как бы браузеры, которые есть на сейчас вот этих вот всех машинах, они ну, не понимают Polymer. То есть я проверял у меня этот Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7-дюймовый, я на нем запускал этот шарик через Chrome, то есть андроидовый Chrome, и он показывает все четенько. Но никакие оперы и даже, к сожалению, Mozilla, они пока еще с этим не очень хорошо работают. Это вот касаемо мобильной части. Единственное, что следует оговориться, Polymer появился очень недавно, он до сих пор еще находится в стадии разработки, то есть вот эту версию, на которой я показывал приложение, это версия 0.5. Вот, сейчас Polymer выходит альфа-релиз версии 0.8, и в ближайшее там, ну, относительно короткое время, где-то полгода, возможно, до конца этого года, они хотят довести оптимизацию до максимума и вывести уже первую версию в релиз. Вот, то есть следует отметить, что пока еще Polymer не до конца вызрел, и, скорее всего, очень много он приобретет еще в будущем. Еще вопросы? Нет, все. Ну тогда на этом, наверное, на сегодня я заканчиваю. Ну и встретимся в следующий раз, когда я буду рассказывать уже о Polymer'е и о двух взаимодействиях. Всем спасибо. Ребят, спасибо. Спасибо. Спасибо, пока.